Профессиональный праздник офтальмологов весь мир отметит 8 августа. В преддверии Международного дня у жителей Ульяновска появилась возможность проверить зрение бесплатно и без очередей. Городской центр общественного здоровья провел акцию «Проверь зрение сейчас». Чтобы попасть на прием к специалисту, достаточно было позвонить в регистратуру и прибыть на обследование с паспортом и полисом УМС в назначенное время. Злейший враг нашей зрительной системы – многочасовая работа за компьютером. Да еще и привычный для всех шрифт Times New Roman, как оказалось, не слишком радует глаз. Оптимальным для зрения шрифтом признан Вердана. От него глаза устают меньше. Всем людям хотя бы посещать офтальмолога один раз в год. Если, конечно, какие-то сопутствующие заболевания соматические, либо окулисты с чем-то по месту жительства долго наблюдаются, то, конечно, желательно как можно чаще, каждые 3 месяца или 6 месяцев, в зависимости от заболевания. Перед вами дорожка. В конце дорожки красный шарик. Спокойненько сидим, не моргаем. В этом году такая акция состоялась впервые. Меры предосторожности в связи с эпидемиологической обстановкой соблюдались прямо с порога. Тут и маску предложат надеть, и руки обработают. Чтобы сохранить социальную дистанцию, на прием записывались с интервалом в 10 минут. У нас здесь в центре на Гончарова 4 работает оптик-оптометрист, который может определить остроту зрения, померить глазное давление. И если необходимо сесть в консультацию офтальмолога, она направит и порекомендует человеку пойти к офтальмологу. Ольга Саульна итогом своего обследования не удивилась. Много лет проводила за компьютером по 8 часов в день. Вот и результат. Вдали видит хорошо, номер приближающегося автобуса разглядит за версту. А вот читать стало не так просто. Приходится надевать очки. По рефракции у вас тоже плюсовая рефракция, то есть где-то 2,5 на левый глаз и справа 2,25. Измерив внутриглазное давление, узнаем дифракцию и проверяем остроту зрения. В завершении обследования получаем рекомендации от специалиста. Это глазное давление проверяли. Вот. Ну вот один глаз у меня почему-то моргал. На один нормально, один моргал глаз. Покажусь по рекомендации доктора через вот 2-3 месяца. Это глазное давление проверить нужно. Ознакомиться с условиями следующих акций можно на сайте Министерства здравоохранения Ульяновска, на официальном сайте Центра общественного здоровья и в их социальных сетях. Яна Федорищева, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.